Всем привет, друзья, с вами Карабаш 74, сегодня мы продолжаем наши обзоры. Сегодня у меня на обзоре модификация для игры Spintyros, это ZAS-971G, написано для последней версии игры. Я испытываю все модели сейчас на последней версии игры. Итак, давайте посмотрим, что это за ЗАЗ. Ну, спереди, естественно, фары и вот это вот переднее, переднее, как она называется-то, господи, морда его выдает сразу же за ЗАЗик. Вот, такой вот весь оранжевый, или какой цвет? Я дальтоник не вижу, плохо вижу. Ну да ладно. В общем, здесь вот каким-то красноватым он дает. Не знаю, с чем это связано. То есть, вроде красного я не добавлял. Возможно, с шейдерами связано, потому что шейдеры у меня на минималке, естественно. Вот, чтобы камера нормально работала. Да, кстати, здесь камера стоит на крыше. Да, она стоит чуть ли не в крыше, но это хер с ним. Так, однерка. Вот. Еще раз повторюсь, ребят, для тех, кто не смотрел, не захотел посмотреть или промотал, как обычно это бывает, да. Повторюсь, для тех, кто в танке. Мод с камерами работает только на дефолте. Никто его не прописывал для всех абсолютно моделей, потому что все модели, как мы видим, разные по высоте, вот, разные по ширине и прочей лабуде, потому что, ну, невозможно прописать для каждого отдельного автомобиля камеру. Из-за этого для дефолта сделал Evil вот такую модификацию. Модификация работает, я ее продемонстрировал на всех абсолютно автомобилях, кроме Урала. Из Урала я сделал скриншот. Урал вот там у меня за углом стоит и как раз налез. Кто не верит, может проверить. Вот, из Урала я делал скриншот. То есть скриншот именно оттуда. Тавтология полная. Итак, ЗАЗик. Похож на ЗАЗик, бесподобно похож. Я не понимаю, зачем вот эта дверь здесь нужна. На кой болт? Где сидеть-то? Вот на этой вот железяке, что ли? Здесь проблема с полом какая-то вот в центре. Не знаю, что это за проблема. Непонятная. То есть он вот такой вот, овальный получается. Зачем? Хрен его знает. Номера непонятные. ЧР. Я не знаю, что это такое. Чернобыль, наверное. Ну да ладно. Внешний вид соответствует, так сказать, заявленному. Торпеда очень плохо видно. Там какие-то тумблеры нарисованы. И как это назвать-то? То есть, ну... То, что нарисовано там, мы это не видим. То есть, какая текстура наложена. Этого не видно, потому что это до такой степени мелко, что прям вообще не разглядеть. Функционала он не имеет вообще никакого. Вот сейчас вы нажал. Функционала нет. Поехали. Для дров. ЗАЗ для дров. Ага. И что? Володя. Или кто? Водила. Сори, ребят. Водила. Это у нас водила. Так. Водила, кстати. Да, мы этого чувака уже видели в очках. Он уже был в модах. Так, отключаем водила. Включаем подставку для дров. Включаем фургон. Фургон. Да заведись ты. Завелся, вы представляете, это вообще это шедевр. Не работает. Задний свет не работает. Фонарь стоит, но он не работает. Или что это? Ну, это, скорее всего, фонарь для заднего. Стопори работают. Так, включаем свет. Да блин. Да отвяжись ты!
Свет включаем, да, габариты включаются, спереди свет работает. Замечательно. Оранжевый, он как апельсин прям вообще весь. Водилу можно посадить и вообще не вытаскивать оттуда. Так, фургон посмотрели, утиль. Утиль. Где-то мы уже эту хронологию слышали, утиль. По-моему, в ЗАЗик, не в ЗАЗике. УАЗ был, по-моему, 456-й. По-моему, там. Ну, по большому счету, мы здесь все посмотрели. То есть... Что это такое? Мигалка. А, мигалка. И что? Поставь мигалку. У него свой звук запора. Мигалка беспонтово мигает, но... Вороны полетели, каркают, это замечательно. Так, и есть какие-то колеса. Цепи на колеса. Все, поехали. К испытанию наш чудовищный запор готов. Я так понимаю, переднего привода у него нет, но у него есть и дифференциал. Ну, дифференциал это естественно. И полный привод есть. Я не понимаю, для кого выпустили данную модификацию. То есть, видимо, для слепых, которые ничего не видят. И ездят на ощупь. Ну, вот, как вот, например, тот чувак, который сидит в кабинке. Да это гонка идти, твоя мать. Он прямо летит. Вы смотрите, он парит. Подвеска работает. Она резиновая, это видно. Это не подвеска работает, она как резиновая, просто проминается. Мостов, как мы уже убедились, у него нету. Я попробую сейчас его как-то, знаете, боком, что ли, как-то повернуть его. Да, ребят, мостов у этого чудо-уазика нету. Есть анимация брызговиков. Это прям вообще плюшка замечательная. Мостов нету и здесь тоже. То есть ездит на свежем воздухе. Давайте я вот так вот и сфоткаю. Замечательное фото на превьюшку. Ну, лучше я просто не могу найти. То есть тоже проходим мимо. Днище. Наверное, пора сделать рубрику. Днище называться будет. Вот. Это к этому относится. И отвратительное, просто отвратительное исполнение мода. Сделал кузов, но не захотел заморачиваться насчет анимации и всего прочего. То есть даже мосты какие-то прикрутить к нему он не захотел, просто человек не захотел. Сделал кузов и думает, да, и прокатит. Он бы еще продавать его начал за 200 рублей. Ну да ладно, сейчас речь не о деньгах. А с вами был Карабаш74 со своим кратким обзором на это чудовище ЗАЗ-971Г. Звучит-то даже как-то не по-свойски, что ли. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в паблик ВК. Не забываем ставить лайки, ребят. Всем удачи, всем пока. Сори за ВК. Забыл отключить.